таджиков призывают сохранять спокойствие и беречь свои жизни. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая трагедия обрушилась на наших соотечественников. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Из-за сильных дождей в различных районах Таджикистана 20 июня сошли сели. Сообщений о человеческих жертвах не поступало, отметили в Комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана. Особенно от стихии пострадал район Хурасон Хатлонской области, сообщили Азия Плюс в Комитете. По данным ведомства, селевые потоки сошли в 14:30 в Джамаате Галаабот. Три дома жителей полностью разрушены, пострадали более 30 приусадебных участков, повреждены заборы, линии электропередачи, дороги между селами, водопроводы и водяные насосы, отметили в КЧС. Для ликвидации последствий стихии в район направлены специалисты и спецтехника. Также на месте работает аварийно-спасательная комиссия Хурасонского района. Сель сошел накануне и в районе Деваштич Сагдийской области. Пострадали приусадебные участки, сельскохозяйственные угодья в Кишлаках, Басманва, Метк и Дархон. Дороги местного значения 150 метров канала, затопленного грязевой массой, передает КЧС. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Там же работают специалисты и техника для ликвидации последствий стихии. Ой, мега! Ой, мега! Ой, мега! Селевые потоки 20 июня также нанесли урон району Рудаки. Из-за проливных дождей в села Ишкабот, Джамоата, Эсанбой селевые потоки затопили с 16 километров до 54 километров дороги к центру района. Также в результате паводка на 68-м километре был разрушен полностью мост, который соединял центр района Рудаки с этим Джамоатом. Дорога закрыта для движения, сообщает КЧС. В селах Ишкабот и Чаган затоплены и частично повреждены 4 дома, а в селах Пистамазор и Шурион селевой поток унес несколько голов скота. Между тем, по данным агентства по гидрометеорологии, в ближайшие сутки в республике сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди. Местами очень сильные. Ожидается гроза, возможен град. В отдельных предгорных и горных районах республики возможны селевые явления, а также повышение уровня воды в реках. И просят таджиков, которые могут себя обезопасить, сделать это в ближайшее время. Как вам такая бушующая стихия? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии у нас. Пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!